Один из героев полуфинального золотого полуфинала Оргхим, спецсвязь, вратарь, который отразил после матча пенальти. Ну и пару слов, как вообще, как эмоции? Очень много эмоций, скажем так, в основном все осталось на поле. Сейчас будем переваривать, время еще есть до финала, чтобы успокоиться маленько, подготовиться, соответственно, к финалу. Эмоций много, больше положительных, соответственно. Игра была очень хорошая, я думаю, для зрителей очень интересная. Моментов было, как и у нас, и со стороны спецсвязи очень много. Но, как говорится, в этот день победил сильнейший. Помогает ли на площадке как-то болельщики? Слышно ли их и как-то заряжает этой эмоцией? Их очень слышно. Не слышно нас даже из-за них. Но за это им большое спасибо. Поддержка очень помогает. Без них было очень тяжело, если честно. Итак, только что ММЗ «Авангард» стал чемпионом, обладателем серебряного кубка. Ребят, как это вообще играть весь турнир практически впятером и добиться победы? На самом деле очень тяжело было, особенно вчера. Много ребят не смогло приехать в состав. Кто-то заболел, у кого-то внезапные травмы. Так что мы играем постоянно где-то. И каждый игрок, он задействован в различных турнирах, командах и так далее. И как нам всегда вот тоже тренер говорил, ребят, вы вышли в финал, молодцы. Вы достойны второе место, у вас у всех уже, можно сказать, в копилочке. Если захотите и по максимуму проявите желание, то, естественно, без проблем можно занять и первое место. Потому что обыграть можно любую команду, даже Барселону пускай. Вот. Если тогда очень сильно захотеть и сплотиться в одно единое целое. Итак, определился бронзовый призер серебряного кубка «Мост-проект-3». Много моментов сегодня было, много нереализовано. С чем это связано? Не знаю. Ну, наверное, с тем, что опять мы «Мост-проект-3» второй год подряд. Третье место. Ну, все видели все, да. Сейчас должны были штук 15 забивать. В полуфинале, ну, там, не знаю, 8-10. Три штанги, перекладина, не знаю, что творится. Ну, можно кого-то все-таки в команде выделить, кто сегодня постарался? Ну, я считаю, очень Денис Монастырских так, с самоотдачей сыграл, Костя Петков. Ну, наверное, Антоша Семенко тоже. Ребята, нападение старался. Ну, бывает, ну, не летит и все. Самый главный болельщик сейчас в кадре тянет руки, говорит, что я была лучше. И действительно это так? Вот у меня два болельщика. Давайте, скажите, что это. Поддерживала команду, скажи. Кто больше всего понравился на поле? Денис Монастырский. Денис, все правильно. И вновь самая шумная команда сегодня на чемпионате. Это, наверное, команда болельщиков «Оргхим». Пару слов о полуфинале, о эмоциях. Как оно? Я прошу прощения сразу за свой голос, потому что всю душу и голос оставил там на трибуне. Команда, игра была очень напряженная, затягивающая. Мы так переживали. Обе команды выкладывались, уже под конец, конечно, они отдали, уже началась какие-то уже травмы, легкая агрессия, но все-таки здравый смысл, спортивное поведение игроков взяло вверх, и все-таки «Оргхим» победила наша команда, ура! Скажите, ну, многие, наверное, интересуют, а помогает ли ваш раскрас вашей головы в поддержке команды? Определенно это делает, потому что это только начало, на следующей игре будет продолжение. Будет больше раскрас, мы возьмем вверх, надеюсь. Очень сильно болеют.
самые скромные победители сегодняшнего турнира Интер РАО ЕС. Ну и пару слов, пару эмоций, что получилось? Да получилось, наверное, все. Ну как оно победителям? Ну, игра была сложная, на самом деле, команда сильная. Эмоции приятные всегда побеждать. Вот, приятные эмоции. Что... Кого-то в своей составе команды можете выделить? Кто прям круто сыграл, как мужик? Вот Павел сыграл круто, как мужик, самый ценный игрок. Тогда сразу вопрос у самому ценному игроку, по-твоему, кто? Я считаю, что все сыграли здорово, не знаю, нельзя кого-то выделять. Здорово все сыграли. То есть тренерские установки выполнили на 100%? Получается, что да, раз результат первое место. Ну, а давайте пару слов, наверное, как-то попразднуйте. Чемпионы, Интер РАО ЕС. Интер РАО, вперед! Вот так скромно. Спасибо большое, ну, продолжим праздновать.